Санкции в отношении Турции Россия ввела в конце ноября, после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Россия запретила импорт некоторых турецких овощей и фруктов, а кроме того, отечественным работодателям запретили нанимать граждан Турции, а турецким компаниям работать у нас в стране. Теперь Минэкономразвитие подготовило законопроект, который смягчает санкции. В нем говорится, что турецким компаниям разрешат работать в России или поставлять товары, если российские заказчики не могут найти замену или же аналоги стоят очень дорого. Разрешения будут выдавать в правительстве. «Коммерсант» отмечает, что послабления коснутся турецких строительных компаний, которые возводят объекты чемпионату мира по футболу 2018 года. А «Известия» сообщили, что Минпромторг формирует список турецких компаний, которые смогут ввозить текстиль для наших предприятий. Правда, о готовой одежде речь пока не идет.